Эрдоган – человек, который держит данное им слово. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Как передает канал 13, об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос, с кем из мировых лидеров удобнее работать, а с кем некомфортно, президент России сказал, что никогда не делит лидеров других стран на хороших и плохих. Нет хороших и плохих. Мои зарубежные коллеги – грамотные люди высокого класса подготовки. Они действуют, исходя из национальных интересов. И я исхожу из национальных интересов. Вы упомянули президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. У нас расходятся часто взгляды с президентом Турции. Может, иногда противоположные взгляды, признал российский лидер. Но это человек, который держит слово, мужчина. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца, обратил внимание Путин, добавив, что эта черта очень важна, так как является элементом прогнозируемости и помогает понять, с кем имеешь дело. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело.